Привет! Добро пожаловать, Володь, на пару! Мы снова вместе! Я... Она прикольно разговаривает. Я еще практически не разговариваю. Ну, все-таки, чтобы... Доказательство представить, что человек идет на поправку. Да. Но у нее отек уже спадает, да, поменьше. Но он не был особо там каким-то... великим. У меня голова глуха. Угу. Вы все равно не понимаете, что я говорю. Ну я же понимаю, значит, люди понимают. Будем отвечать на вопросы. Что-то будет Аня там добавлять. Ага. Улыбаться я не могу, потому что мне нельзя. Неделю нужно снизить мимику лица. Да. Ну, она боится, что лишний раз улыбнется, что-нибудь там случится. И говорит, не смеши меня. Не смешите меня. Вопрос от Зумы Дарлинг. Ольга Руслановна, а вы будете дальше посещать фитнес-центр или будете искать другой клуб? Мы же на год купили абонемент. У нас выбора нет. Так что будем, конечно, посещать. Посещаем. Вопрос. Что? Я защищалась опять. Защищалась. Защищалась. Угу. Так. Что, мой маленький, что? Вопрос от Дмитро Суворова. Покупали ли вы что-либо на сайте AliExpress? Нет. Это что за сайт? Это китайский. А, вот этот китайский сайт. Я его смотрела. Там много прикольных таких штучек. Я смотрела в основном для готовки, для выпечки. Да, я покупала много. А, вот Анина подружка покупала много. Всякие формочки, там еще такие штучки всякие. Ей понравилось, да? Угу, ей понравилось. Но высокотехнологичные вещи там нельзя брать. Если я что-то не так говорю, то переводи. Высокотехнологичные вещи там брать нельзя. Да. Почему? Потому что китайская? Ну да, оно все ломается очень быстро. Ну да, вот так вот. Вопрос от Иваны Ивановой. Ольга Ростиславовна, в каких российских городах вы были, какой больше всего понравился? Ну, за всю свою жизнь я, конечно, во многих была в российских городах. Во-первых, в Советском Союзе я побывала во всех республиках Прибалтики. Легче даже сказать, где я не была. Я не была. Украина, Белоруссия и Молдова. Ну, сейчас не Белоруссия, а Беларусь называется. И в остальных, во всех я была. Во всех среднеазиатских республиках я была. Да ладно, в Украине ты тоже была. Где? В Крыму. Нет, тогда это была не Украина. А теперь Украина. Ну, какое-то время назад была Украина. Вообще, я очень люблю, вот Аня про Крым сказала, я очень люблю Севастополь. Просто потрясающий город. Ну, конечно, очень красивый Петербург. Но он мне никогда вот не был каким-то таким родным, близким. Просто красивый и все. Хотя я там бывала очень часто, очень много раз. Была в Сибири, в Новосибирске, в Тюмени я была, в Братске когда-то. Мы ездили с папой на перекрытие Енисея, на строительство Братской ГЭС. Ну вот, на Дальнем Востоке не была, в Екатеринбурге не была, значит, что еще? Во всех городах Золотого кольца была, Сызрань, Куйбышев, Тольятти, что еще? А, Калуга, Тамбов. Ну, в общем, во многих была городах. И в мелких, вот в этих областях, Калужская, Тамбовская область, Куйбышевская область. И вообще очень много, конечно, у нас красивых городов. Маленькие города, мне, конечно, центр очень нравится. Такой всегда уютный, тихий, спокойный. Но долго я не могу там находиться, в таких городах. Я очень люблю шум. Большие города люблю. Так. А я не...
Ты мебель? Ага. А ты знаешь, по-моему, больше вопросов нет. Да реально. Секунду. А, ну что могу сказать? Подушка Аньке не понравилась. Пойду ее менять на другую. Ну, мне да. Она приглянулась. Она сказала, что слишком осенняя она. Ну, подушка. Ну да, она такая... Она не моя. Дай-ка. Не моя. Хотела сделать приятное, но не мне получилось. Мне было очень приятно. Мне приятно было. А следующая подушка, ну она мне, честно говоря, больше понравилась, чем эти совы. Ну, просто я из-за сов купила. Вот завтра, наверное, пойду, потому что опять сегодня была жара, пока я не спала. Вопрос. А Тони Мила. Вчера вечером видела видео ваше с Аней, не успела посмотреть, а сейчас его нет. Мне показалось? Вам показалось. Как это так? Ну, у нас не было с тобой видео никакого. Вопрос, а что за операция у Ани? Ну, мы уже говорили, ей... У меня шуруп, а что? Ей удалили мертвый зуб передний. И на его место вставили... имплант, и на него вставили временную такую коронку. Ну, она достаточно долго будет. В общем, будут постоянно следить за тем, как десна формируется. Чтобы она синяя не была. Да, потому что это зона улыбки, и у Ани такое строение челюсти, что когда она улыбается, все абсолютно вся десна видна. То есть, когда я улыбаюсь, у меня вот эти верхние луночки зубов не видны, а у нее видны. И поэтому нужно очень сильно, серьезно следить за формированием десны. И постепенно за 6 месяцев, сколько, 3 или 4 зубика тебе поменяют? Ну, если считать это, то 3. 3. То есть этот еще один временный и постоянный, да? Вот. Вот этот вот совсем временный, ну просто заплатка такая какая-то. Угу. Там не важно. У нас место закончилось. У нас опять закончилось место на камере, и в общем мы не помним даже, о чем говорили. Вопрос от Галины Ващенко. Какие у вас есть комнатные цветы и как вы за ними ухаживаете? Ну, я уже рассказывала и показывала свои цветы. Можете также в Инстаграме, в Фейсбуке посмотреть, как цветут цветы. Я их периодически снимаю, когда цветут. Цветы еще кома. У меня несколько декабристов, различные суккуленты. Зачем-то я из маминой квартиры взяла отростки алоэ, посадила. Два, и они у меня вымахали огромные. Один я уже выбросила, и сейчас вот второй, наверное, буду выбрасывать. Вот все время думаю, зачем я их взяла. Ну, просто как бы мамина память, в смысле память о маме, потому что у нее всегда росло алоэ. А у нас аллергия. Я, когда была маленькая, приезжала к бабушке, и у меня всегда летом начинался насморк, ну, именно потому что аллергия сезонная. А бабушка, ну, тогда не знали, что это аллергия. И бабушка звонила маме, говорила, что вот лялька простыла, а мама говорила, ну, давай капай ей алоэ. И меня начинали закапывать алоэ. А мне еще хуже становилось. В общем, на алоэ у нас аллергия страшная. Угу. И вот я все время думаю, что я этот цветок держу. На все алоэ, которое было на Тенерифе, у нас не было. Алоэ вера. Угу. А еще у меня есть вот эти вот цветы, которые называются женское счастье, что ли. Белыми такими цветут, зеленые листья здоровые. Вот они у меня хорошо растут, размножаются. И еще есть один такой, я его крокодилом называю, как-нибудь покажу вам. Он такой замечательный, чудесный, но он не цветет. Я вообще люблю цветы, которые цветут. А у меня все дохнет. Вообще все дохнет. У меня тоже все дохнет. Просто я завела себе блокнотик, в котором записываю, когда поливаю. Потому что я забываю, сколько дней прошло, 2, 3, там, 4. А если я записываю, я уже вижу, вот прошло 2 дня, надо полить, или там
когда прохладнее, прошло 3 дня, надо полить. Ну вот как я за ними ухаживаю, так и ухаживаю. А еще я каланхоя покупаю периодически в Икее. Но я там много разных цветов покупаю, просто когда они отцветают, я их выбрасываю. То есть бессмысленно за ними ухаживать. И еще такой смешной случай был, когда первый раз я купила, как эти называются, цветы рождественские. А я не знаю. Ну, в общем, такие красные листья, у них красивые цветы. Я купила, и после Нового года они у меня все осыпались. И сын мне говорит, ну, в общем, ничего у тебя не получается, вечно у тебя все подыхает. А потом я прочитала, что эти цветы действительно, они вот просто... Однолетние. Они на самом деле не однолетние, они как бы односезонные, но если за ними очень серьезно поухаживать, там спрятать под ванну в темное место, какие-то условия им создать, то на следующий год они снова начнут вот так же распускаться к Рождеству. И я так спокойно вздохнула, думаю, нет, ничего, не совсем, я плохо за ними ухаживаю. Ну, в общем, такого... особого внимания я цветам не уделяю. Как я всегда говорю, у меня выживают только те, кто сами просят еду. Напишите, какие у вас есть цветы и какого вы типа... Скажи, я не... Какого типа что? Вы. Как вы ухаживаете? Как вы ухаживаете? Вот какого типа? Как вы ухаживаете? Я сколько раз покупала всякие вот эти вот... Умирают у вас цветы или не умирают? Да. Да. Вот лёгкая у вас рука или нет? Да. У меня даже фиалки цвели, но что-то потом загнулись. Ну, в общем, я да, не большой это такой. Очень вообще да. Особые цветы. И напишите, пожалуйста, кто это мне напишите. Мне очень все ваши комментарии очень мне помогли, потому что я их читала. Кому-то делали такую операцию, как мне, кому-то нет. Но вы все меня очень-очень поддержали. Спасибо вам огромное. И напишите, пожалуйста, кто решился бы сделать такую операцию из тех, кто еще не делал. И, ну, если надо было. И вы свои силы берегите, экономьте, потому что буквально через 2,5 недели вы мне будете... Меня будете поддерживать. Да, маме пришлось... Практически то же самое. Не на нижней челюсти. У меня на верхней челюсти практически все зубы собственные. У меня только вот здесь 2 коронки стоит. Остальное все мое собственное. А нижние зубы, это, конечно, вот у меня большая проблема. А у меня только вот с этим вот зубом. Вот эти вот здесь вот впереди все мои собственные зубы вообще не тронутые. Ну, в общем, через 2 недели она нас тоже порадует. Ну, и нашей благодарности, я очень благодарна, что я сегодня первый день более-менее говорю. Вот. Ну, представляете, так смешно получилось. Я же вам рассказывала, что мы теперь в противофазе. Я ухожу спать, а Аня сидит. И я ей вчера, уходя спать, приготовила еду, ее же нужно там все перетереть, все приготовила. Смешно. И представляете, кошка все съела. Я осталась практически. Я голодная. Голодная. У меня осталось только фигура фрутоняня. Еще. Вот так. Бася, ой, девочка. А я сегодня благодарна за то, что я никуда не выходила. И, в общем, я не знаю, я эту жару перенесу или не перенесу, мне что-то совсем нехорошо. А я утихляюсь. А она все время ходит вот в длинную рукаву. Только волосы распустила, сейчас жарко стало, а так... Ну ладно. Я... Давай, желаю. А мы сегодня обязательно увидимся завтра. Обнимаюсь, кека, и ждаю вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи. Пока-пока. Пока-пока.